едем в город Инту. Этот один из наших трех районов, где мы еще не были. Осталось посетить еще после Инты. В Ухтыл и Усть-Сильму. И все. И получается, в каждом районе дали концерт. Ансамбль «Гуляночек» очень сближается вот именно в поездках. То есть мы делимся там музыкальным своим опытом, можем поговорить о традициях каких-то и так далее. Женщина минус 9. Ой, сделала сюда шторку. Кто-то всю ночь матюкался. Да. Да. Железнодорожный вокзал в Инте находится далеко от города. Нам еще придется ехать. Едем на машине. Сегодня тут относительно тепло. Минус 9 градусов, сказали. Не, ну закрыто. О, машина какая, смотри. Вот такие УАЗики тут ездят. Сейчас такой, ой, какой красивый, только вот забытый что-то этот. Из бруса прям так красиво сделанный. Но заколочены окна. О, дворец культуры и техники. Все, приехали, да? Ну вот, мы так быстро приехали. Настя, возьмете, пожалуйста, костюм, ну? Мы... Сейчас. О, ничего себе, да? Какие дома красивые, смотри. Дерево, да? Ну не такие же, тут прям так из бруса, так красиво вот выстроено. Похожий был дом. Да, вон, ой, вот он, смотри, вон, вон. Такой вот. Считался самым старым там. Такие дома красивые, а почему они так этот? Они уже там окна выбиты, поэтому их натянули. Попеть, распеться. Обязательно нужно перед тем, как выступаешь, посмотреть, хотя бы сказать на сцене раз, два, три. Обязательно, перед выступлением. Ага, thank you very much. Здравствуйте. Здравствуйте. Володя. Сергей. Володя. Александр. Очень приятно. Ждите в очередь. Конечно. Сейчас в домах культуры потолок этот понавесят, Армстронг, и нифига не слышно. Нельзя так делать. Вон какая красота. Тут если даже без микрофонов разговаривать, то слышно, да? Не слышно? Ну, до второго плана. Ну, все равно, это же тоже хорошо. Это не очень хорошо. Когда театр очень плохо. Да? Жаль. Зев, жаль. Леш, ну что, включать? Конечно. Так вот, это ж хорошо. Образование названия города происходит от реки Большая Инта. Слово Инта от ненецкого языка означает «влажное, болотистое место». В прошлом столетии город процветал, работали угольные шахты, рабочие места были. Сейчас шахты закрыты, но дух советского времени продолжает жить в Инте через дома, сталинки. Их тут очень много. Вот это Инта, конечно. Обычный советский дом. Въезд во двор этого дома через вот такую арку с колоннами. О, вот круто. Нахожусь в одном из подъездов жилых домов города Инта. Как ни странно, двери были открытыми. Тут даже в квартиры двери высокие. По-любому и в квартирах потолки высокие. Объявление. Реализация параллельного импорта. Это, видимо, была аллея, которую сажали ученики, и березы выросли, и надпись закрыли. Там написано «Интинская средняя школа». Да, деревянные дома на улицах Инты выглядят очень красиво. Правда, и окна некоторых разбиты. Но местные энтузиасты это так просто не оставят. Задуман проект. Ловья ошень, живые окна. Планируется на окна деревяшек приклеить вот такие картинки.
Необычное преобразование ждет город Инта. А мы возвращаемся в Дом культуры. В Инте он просто шикарен. Дворец культуры и техники строился в годы войны, в 44-45 годах. Это было маленькое деревянное здание, которое находилось на месте сегодняшнего зала. И вот на этом месте была площадка перед Домом культуры. Уже в 60-е годы этот Дом культуры перестроили, облачили, скажем так, в кирпич и сделали вот такой фасад. Вот посмотрите, какой у нас большой красивый фасад. Эти окна с улицы смотрятся как экран телевизора. Репетиционных комнат нам, как всегда, не хватает. Их не так много. Тем не менее, во Дворце культуры занимается здесь конкретно 26 творческих коллективов и еще в филиалах всего 48 коллективов. Коллективы вокальные, театральные, танцевальные. Мы живем очень интересной, активной жизнью, выезжаем на конкурсы и достаточно на высоком уровне выступаем. Мы сейчас находимся на третьем этаже Дворца культуры. И наша гордость, что на втором и третьем этажах мы сохранили вот этот паркет. Много раз нам говорили, что нужно уже поменять на современное покрытие, но мы не согласились и очень этому рады, потому что паркет есть паркет. Ну да, конечно. Да нет. Ради этого модно, да хотя бы паркушушный, блин. Нет, кола бочная, это микрофон освоил, конечно. Тачи косподвочный, плюс окос. Ну, конечно, кола плюс окос, но ты должен. Вылос ассивность, я типа мелодика освежу. А черный ты векси кола. Смотрите, сделала вот тут вот такие штучечки. И внизу по подолу платья. И вот у меня новая корона. Кокошник. Кокошник корона. А я купил новые шаурму. Саша, хотя бы... Все, третий был Генрих, давай будет снимать. Один, один, один. Которые нам подарили за выступление. Инта! Еще вот такой, завтра Терепкар. Ты поедешь, побежишь. Климент. А, это сумка. Мы поедем, помчимся. Концерт. Вовища Лакомин, мы дым искал звукорежиссера, с которой стянула, да? Все я просто езжу с корись, на все обостись и этот, как его. Звук собрались. Встаем. Дорогие друзья, мы с вами находимся на празднике Терепкар в Инте. Генрих Немчинов делает видеосъемку и сказали сделать обзор. Генрих говорит, сделаем обзор. Ну вот здесь есть чумы. Оленей пока еще мы пару только видели. Там один вот там за чумом стоит. Сейчас приедут еще олени, которые будут бежать. И это все можно будет увидеть вот на этом поле. Здорово, что поле сделано именно так, что мы можем постоянно смотреть, как олени будут бежать. В отличие от других фестивалей, которые лыжные гонки, другие гонки, да, мы там не видим. Вы знаете, мы часто говорим о фестивалях, да. Хочется сказать о положительных сторонах, да, которые вот вы видите, что я сказал, что можно видеть, как олени будут бежать. Ну, конечно, есть и то, что я бы сделал по-другому, да. Во-первых, я поставил побольше палаток, потому что действительно очень холодно. Извините, можно мы как СМИ отснимем просто там, что внутри происходит, хорошо? Народ. Позже, позже, Атте. Можно посмотреть. А кто хозяин Керки? Ми? Да, ты? Теперь холодный. Ага. Да, пущаны. Да? Пущаны. Пойдем. А, мой пандан, мой пуанет. Картопель. О, картопель. Генрих, иди тут, кор яй. Кытанка позже небный кор. Прям целый кор. Яй. Нет, прям, ну... Лоя. Лоя, да. Ой, жаляса. У меня олени вот десы скидки только свяжут на пьянте. Сейчас, тебя котя, модерай, где ты? Тебя котя. Гугер мянта фотографирует. Да, позже, позже. Так и сейчас, когда
Грибы, амплов. Самое главное были песни, слова песни, которые я понять не могла. Но когда сметана. Мне было даже неприлично. Я вот так вот, я вот так крепко. Печеньки. Очень вкусно. Такой суп я еще не ел, где одно мясо, и больше ничего нет. Не у Налунджик, да, было немного тише, как бы ветер был немного тише и не так мело, а вот сейчас прям жестко метет. Вот, но мне кажется, что для оленей и для жителей тундры это привычное дело, ведь говорят, буквально вот за этими деревьями начинается уже большая тундра. Людей очень много, это радует, что погода не помешала прийти. Можно сфотографироваться, Дри. Здравствуйте. А можешь спросить, а вы прям в тундре живете, да? Да. Сейчас-то нет. А коми или ненец? Ненцы. Ненцы, да? А-а-а. И вот такая погода, она обычная для тундры? Нам-то нормально. Да? А-а-а. У вас все так красиво одеты, это вы сами шьете, да? Одежда, да? А вот чтобы вот такой костюм шить, сколько надо оленей, шкур оленей? А сюда 7. 7, да? Двойные. А сюда 4. 4, хватает, да? Да, 4 вот. Наружу 2, да. Внутри. А вот откуда вот это берете, металл вот этот, как его красивый? А покупаете, да? Мужики делают. А, мужики сами делают, да? Сами делают. О, какая красота. Да. А тебя как зовут? Гриша. А ты кем хочешь стать, когда вырастешь? Майк. Оленеводом. Оленеводом? Молодец, правильно. Скажи, такой работы, как у нас, нету. Вот еще самый маленький. Ну да. А это сверху, чтобы не запачкалось, да? Ну там вот такой шерсти нету. Это кожа. А, наоборот, да, чтобы теплее было, да? А-а-а. Можете сейчас на сцену выйти? Зачем? Спеть, потом пока ждем главу. Праздником! Ты моя морозка, маленькая крошка, северным китом мы раскачаем каждый дом. Ты моя морозка, маленькая крошка, я тебя любила за походом навсегда. Сколько, вот где ваша упряжка? Там. Да? Далеко? Да, отсюда. Нет. Покажите. А есть у них имена? Нет. Нету? Нет. Без имен, да? Это в априори не убывает у оленей имен, да? Не называют оленей? Нет. Не называют? А почему? Это просто. А это у вас бригада, это значит не личные, это, да? А совхозные, да? Да, да. Да. Совхозные, ага. А каждый год участвуете? Ну да. Да? Ладно, спасибо. Дорогие наши любимые зрители, мы вам показали, как проходит праздник оленевода в Терыбкыр. Рассказали немного о городе Инта. Поделились моментами из жизни ансамбля «Гуляночка». Ролик пора завершать. Кузнем да буршут. Долгой жизни и счастья.